Муниципальный форум «Инициатива каждого. Общий успех» собрал работников администрации, депутатов и представителей СМИ со всех районов республики. Для них было организовано 4 площадки, чтобы поделиться опытом и перенять что-то от коллег. Например, в Национальной библиотеке обсуждали информационные ресурсы в сфере муниципального управления. В каждом нашем муниципалитете, в каждом районе есть на сегодняшний день уже своя инфраструктура, с помощью которой мы делимся и правительством, и люди, информации друг с другом о каких-то важных, значимых в районе, в конкретном селе мероприятиях. И поэтому это очень интересно именно узнать, как коллеги наши с районов этим пользуются, какие там есть, может быть, тренды, какие-то перспективы развития. И учитывая их и зная их, лучше и эффективнее работать уже на уровне Республики Бурятия. Еще на одной площадке говорили об инициативных проектах. Результаты работы были подведены на пленарном заседании в Театре оперы и балета. Сегодня в рамках вот этого форума еще раз пройдемся по всем актуальным вопросам, еще для себя наметим планы действий, поскольку каждый день жизнь меняется, каждый день ставит перед нами новые задачи. И сколько бы раз мы с вами не собирались, мы никогда не решим их все. У нас всегда будет возникать что-то новое. Поэтому призываю всех к активному, напряженному, результативному труду на благо нашей республики, на благо нашей страны. Наша задача сейчас только еще постоянно совершенствовать наше законодательство, усиливать нашу работу, чтобы к этим вопросам привлекались и добровольно свои инициативы как можно больше людей. Кроме того, в пленарном заседании принял участие заместитель полпреда президента России в ДФО Григорий Куранов. Все предложения были объединены в резолюцию, которая будет учитываться при составлении заявок для участия Бурятии в различных национальных проектах. Руслан Хороших, Жаргал Цырендашиев. Новости дня.